В продолжение темы безопасности. В Твери, пожалуй, не осталось ни одного водоема, не занятого отдыхающими. Для городских спасателей купальный сезон – период непростой. Патрулирование мест массового отдыха населения ведется без выходных. Жара. Водная гладь манит. Горожане спасаются от зной на Волге, Тьмаке и Тверце. Это хоть и не официальные, но очень популярные места отдыха. За купальщиками ежедневно следят спасатели. В зоне их внимания порядка 15 километров береговой линии. Плюс пару десятков несанкционированных объектов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья отдыхающих. День добрый, мужчины. Вы на ту сторону? Да. Будьте аккуратнее, здесь катера ходят. Хорошо. Как себя чувствуете? Нормально? Нормально, нормально. Беспечные купальщики – головная боль спасателей. Хотя правила поведения на воде крайне просты, но их соблюдение может спасти жизнь. Не купаться в незнакомых местах, не нырять с высоты там, где не знаете рельеф водного дна. Не подплывать близко к водным объектам, лодкам, катерам, плотам. Не заплывать за буйки и за ограждения. В воду входить постепенно, не спеша, перед этим проведя небольшую разминочку. А еще родителям ни на минуту нельзя оставлять детей на воде без присмотра. И самое главное, ни в коем случае не купаться после употребления спиртных напитков. Алкоголь – причина большинства несчастных случаев. Спасатели предупреждают, к трагедии на воде могут привести разные обстоятельства. Следует помнить, что утонуть можно даже на небольшой глубине.